Здравствуйте. Здравствуйте. Перепись населения. Это название нашей лекции, а курс называется «Демографические проблемы рода человеческого». Это, конечно, некая заманиловка. Вообще демография. Да? Курс такой, вот, популярный курс демографии. Краткое содержание предыдущих 4 серий. Мы завели разговор о необыкновенно синтетической науке демографии, которая синтезирует кучу разных наук и разных методов. От биологии до математики, математических моделей, статистики. Это вот по моей части, биология где-то между нами. И куча гуманитарных наук, включая психологию, социологию. Это вот по другую сторону барьера. Я сказала бы массу гуманитарных наук. Массу гуманитарных наук, да. Я даже боюсь их все перечислить, потому что мы как-то вот показывали картинку, на которой были просто перечислены связи, вот эти родственные демографии с другими науками, мы, по-моему, даже не стали их оглашать. Сказали, ну вот сами видите, сколько их много, по-моему, такими словами. Еще больше ежемесячно прибавляется. Да, еще ежемесячно, еще и прирастает, да? Да. Ну так вот, сегодня у нас речь идет о переписях населения. Перепись населения – это относительно недавний инструмент демографии, который, правда, появился тоже раньше, чем появился термин демографии. И чем оформилась демографическая наука. Хотя, как известно, демографические методы и демографические проблемы стояли перед учеными еще начиная с 17 века, когда демография и родилась. Правда, долгое время в пеленках пребывала. Так вот, конец 18 века – это первые переписи населения. Переписи в современном понимании этого слова. Да? Не просто те, как было в древней Иудее, в древнем Вавилоне, в древнем Египте, в древнем Риме, в древней Греции, в древнем Китае. Наверное, через запятую можно перечислять много государств, включая и средневековую, значит, домонгольскую Русь, и Русь времен монгольского нашествия, и учет населения, который велся в допетровской, в Петровской Руси. Во, утомил я уже, по-моему, всех этим перечислением. Итак, перепись населения – это нечто иное. Это не то, что просто, значит, ревизская сказка, сколько крестьян у кого, как было во времена Чичикова. Это что-то другое. Что ж такое перепись населения? Да, перепись населения – это общегосударственное политическое мероприятие, которое включает в себя сбор, обработку и опубликование или донесение до населения информации переписи в любой иной форме. Перепись очень важна, потому что она дает исторический срез социальной, экономической, политической состояния населения на какую-то определенную дату. Это очень помогает и в политике, и в экономике, и в социологии, и вообще очень в историческом плане ценно. Ну, а перепись, для науки, как да. Демографии, как науки, это очень перепись ценно, населения, да? Должна включать в себя несколько необходимых компонентов, иначе она не будет считаться переписью. Лучше сказать, удовлетворять нескольким необходимым условиям, да? Ну да. Чтобы считаться переписью. Так, и вот вы тут сказали, один из элементов, вот как через запятую перечислили, что она должна быть доведена до всеобщего, значит, сведения, как-то так вот вы выразились, да? Должна быть опубликована обязательно, или доведена в любом другом. Ну, или, по крайней мере, опубликована с грифом «совсекретно» и доведена до сведения Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, была такая перепись, да, у нас, которая, результат которой были очень блекло в ту пору опубликованы. Но сейчас они доведены, наверное, до сведения вот, ученых. И то очень таком бледном масштабе. Нет, ну, та не перепись, полном, она рассекречена уже. Что потому что следующая перепись, ну это мы потом расскажем, да, про наш советский перепись. Ну итак, вернемся. Перепись должна быть всеобщей, то есть охватывать все население той территории, на которой проводится перепись. Если мы проводим перепись на территории Российской Федерации, то в переписи должны участвовать все люди, проживающие на территории Российской Федерации, в том числе и мигранты, которые там живут. Второе. Перепись должна быть синхронной, то есть она должна проводиться одновременно на всей территории страны. Вот не в ноябре мы проводим в Рязанской области, а в декабре проводим там на Урале. Тамбовская. Это неправильно. Надо проводить, например, вот в течение месяца по всей России. Перепись – крупное мероприятие, поэтому там в 2-3 дня, конечно, ее не уложишь. А третье – перепись должна быть поименной. То есть каждый человек должен оставлять свою фамилию, имя, отчество обязательно на переписном листке,
правильно его заполнять. Ну и, конечно, перепись, она должна быть конфиденциальной. Да, вот как вот это вот перекликается, поименность и конфиденциальность, которая с анонимностью как-то вот она созвучна. Ну, то есть информации переписи не должны быть доступны, индивидуальная информация переписи должна быть доступна никому, кроме органов, специально уполномоченных, быть доступными вот к этой информации, иметь доступ к этой информации. Конечно, это крайне трудно обеспечить, я думаю, в реальных условиях, когда переписных листов очень много. Ну, к сожалению. Да. Потом единство программы переписи. То есть перепись должна в себя включать набор стандартных вопросов для каждого человека. В переписи должны участвовать все, я повторяю, ну, как бы все члены общества, в том числе и заключенные, и дети, даже дети в детских домах. Потом непосредственное получение сведений у населения, то есть это не просто там какое-то собрали, например, классному руководителю раздали листы, он сам заполнит для своих детей, нет. Переписчик может помогать заполнять переписной лист, однако он не имеет права как бы, ну, навязывать какое-то свое мнение. Ну, надо сказать, что, вот скажем, грудные дети, наверное, сами лист не заполнят и даже не помогут ответить на вопросы. Ну, даже люди, которые не умеют еще писать и читать, там им может помочь переписчик, но непосредственное получение данных, да, может... населения. Ну, у грудных младенцев не получишь, у них глухонемых, ну, да. У душевно больных не получишь. Ну, да. Но, тем не менее, тут вот такое ограничение есть, но, тем не менее, это не вот те вот пришли к начальнику и сказали, ну, кто там у тебя живет, как было во времена Петра Третьего, да? Да. Значит, сообщите о проживающих в вашем, значит, подведомственной территории лицах, гражданах. Нет, тогда граждан не было, подданных императора. Вот, ну, не выйдет. Так. Ну, вот я уже повторимся. Про анонимность. Анонимность. Да? Пытаются какие-то блоки, шифры ставить, специальные комитеты, сообщества разрабатывают защиту переписных вот, данных. Кстати, мне не совсем понятно вот это вот просто как гражданину, обеспокоенному гражданину, с одной стороны поименность, с другой стороны анонимность. Я понимаю, что когда вступительные экзамены идут там в какой-нибудь вуз, значит, все работы шифруются. Да? То есть там написано шифр какой-нибудь. А где-то, если можно расшифровать, а это, говорит, сдавал Бибанов Иван Иванович. 5 ему поставили. Вот. А тут-то зачем это расшифровывать? Ну, понимаете, вот не совсем понятно. Переписи то есть, часто используются для создания единого регистра населения. А, это теперь то есть уже. Для использования, да. Это очень то важно. Есть занести в компьютер, и на каждого на нас будет там, значит, такой, значит, файлик, да? Ну да, если вы смотрели там голливудские фильмы, то обычно там на каждого человека в Америке есть такое толстое досье, ну, по крайней мере, так вот в кино. Ну, вообще-то говоря, личное дело всегда было в советское время на каждого инженера, рабочего, офицера, солдата, личное дело называется. Ну да. И в отделе кадров личное дело лежит в приличном, там всякие документы собраны на него. Так. Ну и последнее, это применение экспедиционного метода наблюдения. То есть специальные обученные люди проводят перепись. Не просто тетя Маша взяла листочки, раздала их своим соседям. Нет, специальный человек, там у него есть там специальная печать, документы, он обучен, он уполномочен это делать. То есть он несет ответственность за переписной лист и за полученную информацию. То есть он специально подготовлен, да. Тренирован, да, вот. В западной практике такие работы называются, значит, так сказать, полевыми работами, да? У нас как-то больше с полевыми работами, с полевой практикой, с полевыми работами в смысле сбора данных связано что-нибудь такое, типа там ботаника, ловля бабочек, сбор геологических образцов. Но вот еще полевые исследования, это оказывается еще и перепись населения, и, кстати говоря, и маркетинговые исследования тоже вот называются полевыми. То есть опрашивают всех людей, какую вы это, сказать, колу предпочитаете в это время суток, что-нибудь в этом роде. Кстати, мне хочется добавить, что в руководстве по проведению переписи, которое было составлено Организацией Объединенных Наций, написано, что перепись должна быть основана на четком государственном законодательстве. Иначе население
не будет обязана отвечать на вопросы, а государство не имеет права проводить перепись. Вообще предполагается проводить переписи каждые 5-10 лет, чтобы следить за быстро изменяющейся демографической картиной. Переписи проводятся разным способом, например, методом опроса. То есть, когда к вам приходит переписчик и опрашивает вас. А потом проводится телефонным методом. Вот, например, проводили так в Великобритании, в Канаде. Однако необходимы специальные люди, обученные общению с компьютером и специальной программой. И, конечно, высокая должна быть доля анонимности. Да, то есть, кроме телефонного опроса, есть еще опрос через интернет, это уж последний писк, да? А почтовый опрос, это в Штатах стали применять в последнее время? В Штатах, в Канаде, и в США. В США вернуло 68% писем, в Канаде 84%, а, по-моему, в Великобритании 85%. Ну вот обратите внимание, то есть выборка у вас получается малого объема, так называемого, 85%. Губительно это или нет? Это не губительно. Помните, мы как-то раз с вами считали, сколько нужно людей взять для того, чтобы оценить с точностью до одного года средний возраст. И там оказывалось, что всего-то навсего на там, 1000 с чем-то человек мы вот, была формула, посчитали. А вот тут 85% от населения Соединенных Штатов, это многие нет, десятки миллионов. Нет, 85% от населения Великобритании. А 63% от населения Соединенных Штатов, это все равно десятки миллионов. Но все равно это как-то мало. Это гораздо больше, чем 1000 человек. Ну, понятно, вот, все равно. Десятки тысяч раз. То есть точность там очень высокая все равно получается. Во всех цивилизованных странах существует метод самоисчисления, когда домохозяин сам заполняет переписной лист и сдает его переписчику. Кстати говоря, вот новая эпоха в области переписи населения как раз началась, когда была образована Организация Объединенных Наций. ООН не только политическими вопросами занимается, но и вопросами, скажем так, как сейчас говорят, гуманитарными, гуманитарного мониторинга населения земного шара. И, по-моему, с 50-х годов вот это началась программа, значит, такая вот всемирная перепись населения. До 70-го года все больше и больше увеличивался охват населения земного шара этой переписью, да? И, по-моему, достиг чуть ли не 95%. Ну, я могу... А вот начиная, по-моему, с 70-х годов этот охват снизился, потому что некоторые страны крупные, как Нигерия, Китай... Что-то вот стали вот синхронизировалась перепись населения. Да, но вот последняя перепись населения, проведенная в 90-х годах, показала, что 85% Азии была затронута, 100% Австралия и Океания, 75% была затронута Америка. Охвачена, да. Да, но наименьше всего Европа, всего 60%. То есть самые Европы. Свободолюбивые люди, не подчиняющиеся никаким опросам, это европейцы. Да, европейцы. Вот а наиболее вот. Такие... Послушные океане. А куда там денешься, остров? Пришли, всех переписали. Я вас пересчитал. Мама, он меня пересчитал. Ну да. Да. Ну вот теперь перейдем к очень важному пункту. Да, программа переписи. Это... Две группы вопросов. Да, да? Перечень необходимых вопросов, которые должны быть включены в переписной лист. Ну, там обязательно должны быть адресные сведения, какие-то сведения личного характера, там может быть указан ну, доход, который получает население. Вообще, население, вот такое, такая фраза. Бывает постоянное население, то есть постоянно проживающее на данной территории, наличное население, которое в данный момент находится на данной территории. То есть, например, это, если ваша бабушка из Калининграда к вам приехала в Москву, то вот оно является наличным населением. И юридическое население. Вот оно наличным является в Москве. А постоянно проживающим является юридическое приписное население. В Калининграде. Да. Ну, в первую, вторую группу вопросов входят демографические характеристики опрашиваемых. Это пол, возраст, социальное какое-то брачное состояние. Вот вопрос о возрасте очень такой
тяжелый вопрос, потому что люди свой возраст любят округлять, то есть либо в меньшую сторону, то есть либо к нулю, либо к пяти. Например, там мне 22 года, но я, пожалуй, напишу, что мне 20 лет. Да? Или, например, дедушке 83, он напишет ему 85. Нет, ну это дедушка так, наверное, все-таки не напишет современный, а вот для переписей типа там 18-го, начало 20 века, это было актуально. Это даже, я потом по этому расскажу, даже возникла своя математическая проблема с этим делом. Потому что на общем вот этом вот, скажем так, распределении населения по возрасту оказывались пики. Пики возрастов, значит, кончающихся на 5 или на 0. Да? Вообще, как, сколько тебе лет? Ну, 20. А это может быть и 22, и 25, да? Понимаете, такая тенденция округления. А некоторые округляют из каких-то иных соображений. Матери, значит, в некоторых обществах, так сказать, молодые матери, матери-одиночки, округляют свой возраст в большую сторону, да? Что вроде как они уже большие, взрослые. Вы понимаете, вот все равно сейчас проблема такого вот, ну, округления в большую или в меньшую сторону остается очень острой. Да, все-таки да, остается. Потому что я смотрела вот выборку возрастов, не обработанных еще специальными формулами, там вот именно несглаженных, да, на нуле вот и на пяти, там гораздо больше людей. Ну, не на нуле, а на годах, кончающих, да, на 0,5. На возрастах, кончающих цифры 0 или цифры 5. И вот еще, поэтому специально был введен в переписи вопрос, дата рождения и год рождения, то есть очень необходимо. Также проблема с брачным состоянием. Обычно женщины пишут, процентное соотношение мужчин и женщин, состоящих в браке, оказывается, что у женщин больше состоящих в браке, чем мужчин. Угу. То есть женщины зачастую пишут, называют браком и гражданский брак. В том числе и проблема с детьми. То есть часто люди приписывают там своих каких-то племянников, которые там у них живут, или приемных детей. И поэтому вот именно детей, которые были рождены биологическим путем, обычно записывают, специально указывают в анкетах. Это тоже такая определенная проблема. То есть это действительно с точки зрения науки, исследования, вот это очень важно, что кто же сам родил, да? Сколько же конкретно вот эта женщина за свою жизнь произвела детей. Там есть соответствующие такие пункты в анкетах, значит, сколько детей рождено. Это на самом деле очень важно. И, кстати говоря, вот те переписи, что проходили в первые годы советской власти, они содержали очень интересный пункт, значит, место рождения и срок проживания вот в данной местности, как давно человек сюда переехал. Но это сейчас. Это и сейчас восстановилось, но потом на долгие годы из переписи это исчезло. А так это давало замечательную пищу для всякого рода, значит, исследований вопросов миграции населения, ну, внутри нашей большой многонациональной страны. Кто откуда переехал, как он глубоко укоренился, сколько лет живет. И в одной из переписей Сталин Иосиф Виссарионович по его личной инициативе был внесен вопрос вероисповедания. Вот. То есть атеист, там, христианин, буддист, мусульманин. Ответы этой переписи по этому пункту оказались очень шокирующими. Много было верующих, 60% да? Написали, что там... Ну, ничего такого верующие. Страшного, нормально. Вернемся вот тоже к Сталину Виссарионовичу и вообще к советским переписям. Надо заметить, что вопросы по этнической принадлежности были внесены в опросник переписи именно благодаря настойчивости Советского Союза. В смысле, что вы имеете в виду? Ну, то есть, вот общий есть вопросник, переписной вопросник, который в ООН лежит. То есть и вот вопросы, туда был внесен в этническом составе. Да? Да. Угу. Очень интересно, сейчас дала перепись. То есть, это было в 50-м году, 1900, когда как раз это вот международное положение о проведении всемирных переписей составлялось. Да, и вот это по настоянию, очевидно, СССР. Дело в том, что вот эта вот идентификация человека по национальности, юридическая, официальная, да, паспортная, это изобретение Советского Союза. Дело в том, что в царской России и во многих других таких вот многонациональных государствах прошлого человек идентифицировался по вероисповеданию, так было принято. Но в силу того, что советская власть, она власть, так сказать, была не просто
так сказать, светская, да? Она была власть антирелигиозная, безбожная, так она себя провозглашала, то как-то вот в паспорте писать вероисповедание, ну, казалось бы, диким, да, или в официальной анкете. И писалась национальность. Вот это вот заменили вероисповедание национальность. Но, тем не менее, была одна маленькая тонкость. При проведении советских переписей, действительно, каждый человек сам мог определить свою национальность. Был еще такой термин, простые люди называли, самоопределение нации. То есть, в силу того, что из царской империи, из царской России, значит, советские граждане, которые, значит, пришли в советское будущее светлое, они принесли с собой только штампик графу вероисповедания, да, в анкете. А национальность человек мог определить сам, в том числе и в случае, когда он был потомком смешанного брака, скажем так, да. Вот это вот называли самоопределение нации. То есть каждый определял себе сам национальность. Понимаете, да? Это самоопределение выродилось в очень интересную проблему. Конечно, в кавычках тут самоопределение. Вот, потому что в последней переписи были такие национальности, как гоблин, упырь, вурдалак, эльф, там, не знаю, баба-яга была или не была, но такие вот... Это очень прикольные национальности. На самом деле, ну, понятно, что насчет упырей и эльфов, это все, так сказать, гоблинов, это шутники. Нет, почему? Люди, если они так само себя идентифицируют. Ну, ходят с деревянными мечами, стучат. Но, тем не менее, наверное, все-таки это не научное, но не соответствует тем понятиям об этническом составе населения, которые, вот, так сказать, придерживаются... так сказать, наука наша демографическая, да? Так вот, значит, насчет этнического состава вот такая была маленькая деталь, что действительно было у нас, каждый определял свою национальность сам, но в общий, так сказать, кадастр национальности при статистической обработке по тем данным, которые человек сам определил свою национальность, их укрупняли, да? Укрупняли, сводили в одни национальности искусственно в некоторых случаях. Но если, так сказать, русских это мало касалось, или других каких-то таких вот, ну, так сказать, относительно просто определяемых национальностей, то вот, например, жители различных регионов, так сказать, Грузии, которые себя определяли, там, скажем, как там, Смигрела, там, Сваны, их могли, скажем, записать просто грузин, и все. То есть вот так вот их не числили под разными самоназваниями, как они себя сами называли. Да? То есть вот так вот они вот ужимали, да? Ну, кстати, обрабатывали. Вернемся к вопросу о миграции населения. В переписи этот вопрос очень сильно отражен. Во-первых, место рождения обязательно указывается. Потом последнее место... Ну, это в последних. Да. Часть переписи советских этого была лишена. Понимаете, с 1850 года в США начинаются эти вопросы. Можно перечислить, какие там вопросы. Последнее место проживания, как долго проживаете на новом месте. И, по-моему, места проживания на конкретную дату переписи. То есть должно быть включено в США. Место предыдущего, да, в США с 1840 года включается этот вопрос, а в Европе с 1940. Да. Ну, а в России он, значит, в 30-е годы не включался. Ну, да. Что, конечно, в принципе говоря, противоречило интересам получения объективной информации в целях государственного управления. Вот так вот хорошо я сказал. Образовательный уровень тоже очень важен. Ну, определяется, ну, да, в основном, ну, людям, которым с 15 лет уже исполнилось. Ну, например, вот для России первых лет советской власти был актуален вопрос, так сказать, грамотность. Да? Но его изъяли из переписи, назвали просто, значит, образование. Да? Начальное, такое, вот, среднее и так далее. То есть, очевидно, человек мог быть грамотным, но не иметь начального образования вообще. Да? Предполагает, что человек с начальным образованием писать-то читать умеет. Да? Прочтет, ну, да, по крайней мере, там объявление на дверях. Но, а вот человек грамотный, но он не имеет образования, но читать умеет. Вот это вот выпало, вот это был минус. То есть все дело в том, как правильно сформулировать вопросы. Когда речь идет об каких-то серьезных исследованиях в мировом, скажем так, масштабе, в масштабе, значит, популяции всего земного населения, то вот это уже очень, очень важным является, на самом деле, единообразие подхода, чего, к сожалению, до сих пор так и не удалось достигнуть. Ну, к сожалению, с каждой переписью какие-то проблемы получаются, выпадают какие-то
статистические данные, к сожалению. Да, но очень важно, значит, источник средств существования, работает, не работает, каким образом, значит, работает по найму или сам себе хозяин в своем, значит, этом самом хозяйстве работает. Вот такие вещи. Ну и так, наверное, есть смысл вспомнить, что первая перепись населения в современном понятии была произведена в Австро-Венгерской империи. Эта империя, так сказать, ну, в каком-то плане очень была похожа на царскую Россию, да, тоже европейская, тоже многонациональная, лоскутное такое одеяло, и тоже, как и Австро-Венгерская империя рассыпалась после Первой мировой войны на ряд независимых, значит, мононациональных, скажем так, или почти мононациональных государств, и продолжает рассыпаться вот до сих пор, да, последний осколок крупной неразбившейся Югославии расколотилась, наконец, вот на ряд независимых республик. Да? Так и царская Россия, значит, разбивалась, и, может быть, еще и продолжит разбиваться сейчас вот на отдельные части. Некоторые западные политики вот ждут, что Россия будет продолжать свое распадение. Как стервятники, мне хочется добавить. Ну, может так быть, ну, кто его знает. Представляется. Кстати, вторая перепись была проведена в США на 6 лет позже уже. На 1790 год. И, кстати говоря, для США перепись — это вопрос конституционный. Дело в том, что по законам США, значит, в их американский парламент, да, как он там их называется, палата представителей, да, и конгресс. Вот количество людей, которые штаты посылают в палату представителей, должно быть пропорционально численности населения штата данного. А численность населения штата, естественно, во времени меняется. И соотношение населения штатов тоже со временем меняется. Да? Малонаселенные когда-то штаты становятся более густонаселенными. Вот такой вот естественный процесс. Ну и он, предполагается, его постоянная корректировка. У них какая-то очень высокая частота проведения переписей населения в Соединенных Штатах. И это именно вот конституционный принцип. Ну, чтобы не было появления так называемых гнилых местечек. Вот в Англии была такая же проблема, когда от каких-то маленьких графств, округов выдвигались люди парламент. Да, в парламент округов. Гнилые местечки, некоторые из них оказывались на дне моря уже, кстати. Вот не знаю, как это так, опускался берег, что ли. Люди выезжали на лодках на это место, и, значит, урны голосовали. В общем, так, ну, англичане, оригиналы. Вот они устраивали голосование на лодках. Вот, ну как же, мы здесь голосуем, все нормально. Вон, видите, он шпиль ратуши вон там, если заглянуть, при хорошей погоде видно на дне, да? Ну, что-нибудь иногда, в этом роде. Да, иногда, когда солнце хорошо падает. Ну, шутники, англичане. Ну, вернемся к переписи. То есть обычно выделяют три этапа с начала 18-го по середину 19-го столетия. Это, ну, с конца 18-го. Ну да, с конца. То есть это начало организации переписи, то есть какие-то такие пробные камни. Не всегда переписи были, охватывали все государство, то есть вот так получалось. А второй этап — это уже формирование научной основы проведения переписи до середины 20-го века. Так вот долго длился этот этап, многотрудный, я бы сказала. Ну, кстати, обратите внимание, вот я хочу что подчеркнуть, вот эти первые переписи, конец 18-го, начало 19-го века, это еще эпоха наполеоновских войн, это, ну, по моим понятиям, это как раз конец эпохи просвещения, да? Я вообще так вот, честно говоря, кто меня слушает, к эпохе просвещения отношусь с неким скепсисом всегда, да, это эпоха, с одной стороны, просвещения, с другой стороны, забалтывания, затрепывания научных истин. Так вот, в этот момент как раз началось такое вот массированное на государственном уровне применение науки к изучению общества. Вот эти вот переписи, раз мы говорим современные, значит, уже принципы этих переписей, они до сих пор сохраняются. И материалы тех старых переписей можно выстраивать в один ряд с более поздними. Значит, ну, вопрос об их точности данных, погрешности, полноте остается, так сказать, вот за кадром моего заявления этого, но тем не менее это вполне научный материал. Все равно, как вот можно измерять с помощью там вот школьной линейки, а можно с помощью измерять, так сказать, микрометра, да, точность выше, но в принципе говоря, это
Значит, сопоставимые результаты. Кстати, с 1856 года по 1876 год проводился целый, ну, много очень конгрессов, 9 сессий международных конгрессов по проблемам переписи, где были выработаны общие вопросы для каждой переписи. Бланки впервые предложили вводить, вот именно, не которые там писались от руки, а вот именно единообразные бланки. И к началу 20 века 60% населения Земли было охвачено переписью, то есть это около 600 миллионов. 60% 60 миллионов. Значит, к началу 20 века, значит, население Земли составляло 1 миллиард. Сейчас оно стало гораздо больше, и вот за этим вот периодом развития населения, значит, мы следим, и кое-какие закономерности удается отследить. А я вам сейчас вот расскажу, ну, мы про переписи говорили, это вроде как такое, знаете, выступление перед проведением переписи. Пожалуйста, пускайте к себе домой, значит, этих самых, как это называется, представители тех бригад, которые перепись проводят, ну, такое вот. Пока это все так выглядело. Сейчас, пожалуйста, я вам сейчас расскажу результаты, которые принесли переписи, ну, в научном, что ли, плане. Результаты, которые актуальны вот для граждан общества. Значит, пожалуй, что эти переписи позволяли на протяжении вот этих вот последних двух веков выделять, скажем, регионы, как говорили в советское время, трудоизбыточные и трудонедостаточные. Значит, регионы, где не хватает рабочих рук, и регионы, где рабочих рук с избытком, и, соответственно, значит, доминирует безработица. Да? Причем перепись населения отдельно классифицирует население городское, занятые преимущественно в городском, значит, бизнесе, в промышленности, в области финансов, обращения товаров, и население сельское, занятое в значительной степени в сельском хозяйстве. Так вот, оказывается, что регионы, страдающие с так называемым относительным сельским перенаселением, вот такое слово, вот, относительное, это чтобы, наверное, отмежеваться от доктрины этого вот Мальтуса, от мальтузианства, которое говорило о перенаселенности Земли. Так вот, в регионах, страдающих относительным сельским перенаселением, трудоизбыточностью на селе, они всегда опасны с точки зрения возникновения гражданских конфликтов, гражданских войн. Вот. И это, так сказать, просто история 200-летнего человечества, тех мест, которые человеческого рода обитания, которые охвачены были переписями. Вот взгляните, вспомните так вот внутренним взором своим, поглядите на карту бывшего Советского Союза. Те регионы, в которых, ну, происходили, как, знаете, как принято было в советское время говорить, известные события. Вот как происходили известные события, известные конфликты, межнациональные, там какие-то внутриполитические. Вот, это все конфликты, страдавшие сельским перенаселением, были трудоизбыточны. Вот, например, трудонедостаточный регион, это вся Прибалтика, большая часть России. Так вот была она, трудонедостаточный регион, особенно в селе. Сельское вымирает село в России. Вот, не, безусловно, плохой признак, да? Но, тем не менее, несмотря на все недовольство, которое население высказывало напрямую, бывало, относительно реформ, гражданская война в России, к счастью, так и не разгорелась. А вот те регионы, где вот эта вот трудоизбыточность сельского населения была, Югославия, это хоть и не Советский Союз, но трудоизбыточность Югославии хорошо известна. Югославские рабочие путешествовали по всей Европе еще во времена Иосипа Броза Тита, то есть во времена еще социалистической Югославии, значит, были хорошо известным, так сказать, фактором европейской культуры, фильмы о югославских рабочих. Это все. И у нас они, кстати, работали в советское время тоже. Вот. И давайте перечислять. Молдавия, Молдова, как сейчас говорят. Был там конфликт? Был конфликт. Это Приднестровье. Северный Кавказ. Весьма взрывоопасный регион.
Не только там в национальном это заложено, менталитет тех людей, а именно из-за скучности проживания. Из-за скучности проживания. Какие бы ни были, вот скажем, взгляды религиозные у других, так скажем так, вот лиц, исповедующих ислам, да, не живущих на Северном Кавказе, но не обремененных сельским перенаселением, там никаких конфликтов не возникло. Ну, тоже можно добавить сюда Ошскую область Киргизии, тоже трудоизбыточный регион был. Что-то там было, по-моему, да, в самом начале. Известные события в Ошской области. Я вот по советской своей, по советскому своему менталитету вспоминаю, это называлось так. Вот, вот такой вот факт. Теперь еще что говорят ученые люди. Они глубже смотрят. Вот есть у нас такая вещь, ненужная, по мнению многих, высшее образование. Вот зачем всем давать высшее образование? Слушайте, вот мне всегда в советское время говорили, ну, говорит, вот у нас, говорит, вообще очень много людей, перепроизводство образованных людей, вот этих инженеров, и они не всегда, значит, обеспечены, значит, ну, на 100% работой, так вот они сидят тут по курилкам, разбрелись. Да, ну, на мне говорят, ну, это знаете почему? Потому что инженеры – это офицеры запаса. В случае чего войны, армию разворачивать, нужна масса вот этих офицеров. Они в курилках погашают последний, значит, бычок и пойдут служить армии. В армию на службу родине. Ну, это такое было замечательное объяснение. Теперь, значит, смотрим, что говорят исследователи. Исследователи говорят следующее. А вот вы знаете, говорит, есть такие города, мегаполисы, так это называется. И там есть самые разные районы в этих понимаете, городах. Мегаполисы, вот само название мегаполисы, для России очень тяжело воспринимаемо, потому что Москва находится только в переходной стадии к мегаполису. Я бы лучше называла их крупными городами, потому что название часто очень так трепется в неправильно. Вот Нью-Йорк – мегаполис, хорошо. А Москва – переходная стадия. Хорошо, но я вот как раз рассказываю про заграницу. Вот про заграницу, где есть места в этих самых мегаполисах, за границей есть мегаполисы, все, утвердили. Так вот, есть места, которые часто вот, иногда называют гетто, там, негритянское гетто, китайский квартал, там, да, понимаете? Афроамериканское гетто. Ой, сейчас сморозил. Афроамериканское гетто, конечно. Ну, в общем, районы, которые характеризуются определенной не только национальной часто, но и социальной средой. Есть благополучные районы города, где народ такой достаточно зажиточный живет. И, кстати говоря, образовательный уровень его определенный совершенно. Так вот, оказывается, благополучие этого района, отсутствие в нем, ну, скажем так, ярко выраженных таких конфликтных ситуаций, какие-то там банды молодежи, с металлическими палками или что-нибудь еще такое, зависит от процента образованных людей. Вот, оказывается, есть критическая такая величина, 30% взрослого населения, имеющего высшее образование. Если опуститься ниже этой планки, то вот, оказывается, обстановка в таком регионе может оказаться неуправляемой. Теперь понятно, для чего в советское время давали почти, ну, не поголовно это преувеличение. Очень сильно было распространено высшее образование. Повышало это качество жизни. Можно пойти и посадить дерево, но дерево, оно и дерево, дуб, да? А можно было поселить рядом с вами образованного соседа. Ну, тоже в каком-то смысле раскидистое дерево, выращенное в нашей высшей школе, но тем не менее он с высшим образованием. Вот эти вот такие вот опоры, да, вот они создавали, дубы нам очищают воздух, значит, вот украшают быт, и вот эти образованные люди тоже украшают быт, выйдет он, покурит на лестничную площадку, рассудит, ты, мол, Петрович, потише, с женой, на жену-то не кричи, он, Иваныч, все в порядке. Вот. Ну, вот такое вот наличие вот этих образованных людей, вот, тем не менее, кстати, угомоняет. И, кстати говоря, вот как бьют в набат демографы, вот мы тоже тут в колокольчик вдарим, значит, нельзя сокращать программы образовательные и снижать их, кстати, уровень. Ну, можно диплом-то можно всем раздать, это понятно. Надо все-таки, чтобы диплом был заслужен, заработан. Нельзя сокращать образовательные программы, несмотря на то, что, может быть, востребованность в людях вот такой квалификации образовательной категории, соответствующей высшему образованию, она может быть вот невелика. Это нужно просто для всех нас. Пусть он числится инженером,
А, числится, простите, с дипломом и работает мерчендайзером. Таскает мешки в магазине, да, раскладывает товар по полкам. Пускай, ну, он хоть где-то там образован, он выйдет там покурить и поговорит о высоких материях с остальными мерчендайзерами и логистиками. Мне хочется вот добавить будет. Вот про так, гетто. Расскажите нам. Про в России вот такого понятия гетто еще пока нет. Россия находится в переходном периоде. У нас нет пока яркого членения там на благополучный, неблагополучный район. Да, конечно, там может по спальным районам иногда бывает ходить опаснее, там молодежь, там может каких-нибудь там рабочих районов живет похуже. Но такого вот понятия, как там в Америке или в Европе, еще нет. А в Европе очень четкая градация, четкое деление по этим районам. И даже люди, живущие вот в этих районах, они часто не знают языка той страны, в которой они живут. То есть они говорят на своем родном языке на протяжении всей своей жизни. За границы этого гетто попадают очень редко и очень плохо поддаются социализации. Ну, национальное гетто, это, конечно, так сказать, вроде нам пока чуждо, но вот регионы, районы городской за стройки, которые различают стоимостью квартир, уже появились. И то есть там люди по по уровню доходов уже вот разделяются на разные районы. Это факт. Факт уже имеет место быть. Ну и не только в столице, не только в Питере, но и в других крупных городах. Это уже появляются районы, где квартиры дорогие, селятся люди состоятельные, подешевле, еще дешевле. Ну вот с развитием рынка жилья это особенно будет сказываться. К сожалению. Ну, к сожалению, в связи с этим обязательно всех надо учить давать высшее образование. Вот. Хотя бы через телевизор. Вот то, что мы вам вещаем, это мы вот боремся за спокойствие в нашей любимой многонациональной и многоконфессиональной и разнообразной по социальному уровню стране. Вот, вот для чего мы все это делаем, простым языком объясняем. Не все же знают, чему равен 730 градусов. Поэтому приходится вот так по-простецки. Так, вот такие вот дела оказались. Кстати говоря, вот у нас тут фамилия знаменитого, в узких, широко известного в узких кругах статистика Кетле, который в Бельгии провел в 1846 году почти современную перепись, хотя современные переписи ведут свое начало с конца 18 века, но это, пожалуй, самая такая обоснованная, самая хорошая перепись. Проведена она была в маленькой стране, в Бельгии. Бельгия – страна размером с Московскую область. Ну, а население в ту пору, наверное, было даже меньше, чем население Московской области. А вот, кстати, мне хочется сказать, что в России переписи отставали на 100 лет, и первая перепись, она была задуманной в 1895 году Семеновым Тяньшанским, да, известным он статистику в том числе был, и в 1900 году она была... Путешественник, исследователь. Ну, да, но вот тут он как статистик выступал. И персонаж картины Репина «Заседание Тайного Совета». Да, ну вот Россия, к сожалению, по переписям отставала на 100 лет. Да, но потом там хотели все проводить перепись там... Типа в 15-м году провели, провели где-то по отдельным районам. В 16-17-м, да. Ну, кстати говоря, вот масштаб такой, когда перепись готовилась в Советском Союзе, значит, отрабатывались различные элементы на, скажем, таких вот объектах, как, скажем, районы Московской области. Вот несколько районов Московской области берут и проводят там пробную перепись. Так, как получилось, что надо подточить, что надо подделать. Значит, подработать. Ну, хорошо, проводим еще одну пробную перепись, а потом уж на всем Советском Союзе. Конечно, масштабы работы в Советском Союзе или в современной, значит, РФ Российской Федерации, они несравнимы с масштабами проведения переписи в маленьких, емких и по площади ограниченных очень государствах европейского континента, да? Несмотря на то, что они бывают густо населены, но там очень плотно все это дело, очень просто проводить переписи. Ну вот, вот пожаловались мы на жизнь, сказали, что надо хорошо учиться, чтобы тихо и мирно прожить свою жизнь. И пожаловались, что трудно переписи проводить в такой большой стране, вот Богом нам данной. Всегда какой-то процент вот в переписи, мне хочется добавить, считается ошибка, обязательно. Рассчитывается. И, кстати говоря, расчетная ошибка переписи населения, проведенных вот перед войной,
Великой Отечественной, вот эти вот 30-е, 20-е годы, составляла не более нескольких процентов. А, по-моему, даже 0,4%. Самая рекордная была такая. Это вот задним числом статистики, демографы, вот, значит, пытаются вот оценить погрешности, смоделировать их, и вот. То есть, видите, какая интересная работа, да? Старый результат по-новому переосмысливать. Это, кстати, в физике принято. Некоторые ревизионисты в области физики переосмысливают старые, там, знаменитые какие-нибудь фундаментальные эксперименты, опыты Эдвеша или Меликена. Вот пытаются что-то там открыть, частицы с зарядом, равным 1/3 заряда электрона или что-нибудь еще. Куда-то меня унесло-то, да? Ну, всего доброго вам. До свидания. До свидания. Размножайтесь, заселяйте землю.